Здравствуйте, мои дорогие зрители, здравствуйте, мои дорогие подписчики. Приветствую вас на своем канале. Кто еще не подписан, первый раз заглянул на мой канал, я вас приветствую. Пожалуйста, не забывайте подписаться, нажать колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Моих регулярных зрителей, моих дорогих подписчиков приветствую. Очень вам рада. Спасибо большое за вашу поддержку, за слова комментарии, за слова благодарности, которые уравновешивают нашу с вами энергию общих раскладов. Это очень мне важно в работе и очень сильно меня поддерживает. А сегодня тема нашего расклада будет такая. Что сейчас между нами? И давайте посмотрим вообще, что будет, может быть, какие планы у мужчины, да. Настраивайтесь, пожалуйста, на вашего мужчину, представляйте себе его, его энергетику, его глаза, тем самым вы настроитесь на него, да. Расклад, как всегда, будет общий. Конкретно вашу ситуацию я не знаю, карты я читаю в общем, но общие расклады у меня на канале работают так, что каждый, кто смотрит, услышит именно то, что касается конкретно его в момент просмотра. Верите, не верите, пожалуйста, посмотрите, обязательно напишите, если у вас ничего не проигралось, да, совсем, или, ну, я не знаю, совсем никак не среагировало, обязательно напишите. Если напишите, как среагировала, как проигралась, это будет очень важно для меня, для моей работы, да, для развития моих способностей, для развития моего канала, чтобы знать, да, как трактовать карты в дальнейшем. Сами знаете, все мы развиваемся, да, все мы стремимся к улучшениям, ну, по крайней мере, я очень хочу становиться лучше и лучше, скажем так. Итак, я думаю, что вы уже настроились. Давайте смотреть, что между вами сейчас. Давайте посмотрим вашего мужчину. Мужчина сейчас. Мужчина вас любит. Любовь у вас взаимная. Вы друг друга любите. Такие чувства. Это не просто так, да? Вот встретились просто так, да, и что-то там. Нет. Скорее всего, любовь здесь очень сильная, чувства сильные, редкие, да, ну, такое по судьбе, скорее всего, предназначено друг для друга, встреча не была случайной. Ваш мужчина вас любит, вы посмотрите, ваш мужчина не готов вас терять. Он считает, что ему действительно повезло найти вас, встретить вас. Да, вы тот шанс, который дал ему свыше был, это он понимает, вы яркая звезда, упавшая в его руки, просто, да, неожиданное, неожидаемое счастье, либо, может быть, то, о чем он мечтал, просил высшие силы, кстати, туз кубков, туз колёс, да, шанс, и при этом пятерка жезлов, да, он сейчас... Ну как, вынужден, во-первых, он, да, борется за что-то, за вас, может быть, борется, с вами борется, может быть, вы конфликтуете, поконфликтовали, да, но при этом, да, терять не хочет, любить любит, интересно, да. Так, ну давайте, значит, мужчину посмотрели, а что сейчас вообще между вами, давайте посмотрим ситуацию. Что сейчас вообще между вами? Так. Карты такие глянцевые, тяжело их мешать. Что между вами? Ага, между вами отстраненность почему-то сейчас. Мужчина, может быть, замкнулся, может быть, вы замкнулись, депрессуете, да? Здесь отшельник, старший аркан. Общение сократилось. Общение, холодок пробежал между вами, недосказанность, да, такое ощущение, что что-то не так, что-то не то, что-то скрывается, да, вы, он думает, может быть, вы думаете, что он, но здесь даже возможно, что сейчас общение на какой-то период прекратилось. Пятерка кубков, оба страдаете. То есть страдания здесь, каждый считает, что это разрыв, разрыв навсегда. Да, что, скорее всего, вы боитесь того, что отношения не восстановятся, уже не восстановятся. Он боится, что, да, не восстановятся отношения.
А очень хочется, на самом деле, вам и ему быть вместе. Страсть не угасла между вами. Шансы здесь еще есть. И по пятерке кубков тоже. Это уже не первая, скорее всего, да, сложная ситуация в ваших отношениях. Уже были, ну, может быть, не точно такие же, но были вот серьезные моменты расставаний. Но это не последний момент, скорее всего. То есть после вот этого, этой отстраненности, депрессии, страданий, переживаний, будет обязательно дан шанс, говорят нам высшие силы. Ну ладно, не будем заглядывать вперед, мы пока об этом не спрашивали, да. Но между вами страсть, она не остыла, чувства есть у вас. Да, вот сейчас вы оба страдаете по любви. Разбитое сердце, разбитые чувства, депрессия, отстраненность. Никто никого не забыл, каждый думает друг о друге. Я не знаю, гордость, что кому тут, да, не дают выйти на связь. Ну, давайте посмотрим причины этого состояния отшельника. Может быть, какие-то другие есть причины здесь. Причина. Здесь какой-то, знаете, выбор. Может быть, вы поставили какой-то ультиматум, либо он, да, что-то нужно было выбирать, нужно было принимать решение, нужно было что-то, возможно, делать, действовать. Кто-то не сделал, не принял решение, не выбрал, я не знаю, сказал что-то не то, неправильно ответил, да, как в квесте, да. А я... Что тут еще? Тройка кубков. У кого-то, кто знает здесь, может быть, какая-то третья сторона замешана. Эта третья сторона может быть воображаемой. То есть кто-то кого-то приревновал, кто-то приревновал, возможно, к друзьям, к подругам, к, может быть, какому-то увеселительному мероприятию, да, когда, ну, может быть, кто-то попросил сделать выбор, я или друзья, да, мы бываем в таких ситуациях, либо он выбирает там, да. Ну и выбор был сделан, видимо, неправильно в тот момент. Такое тоже может быть. Да, и понимаете, и сразу же это как у человека, у кого-то это сразу как бы изменило отношения. То есть решили, что значимость, либо он, либо вы поняли, что ваша значимость может быть не такая большая, что вот он там или она готова меня променять, да, что вот наше счастье недостижимо, ах, вот так, раз так, то значит это все мои мечты, я там себе напридумывал, вообразила, что да, вот он такой, а он не такой, вот. И так далее, да. Ну-ка, давайте посмотрим. А сейчас вот вообще в этом конфликте, если, да, в конфликте, в недомолвке, в размолвке. Сейчас, секунду, карта у меня упала. Сейчас мы ее посмотрим, кстати, что это за карта. Семерка кубков, он скучает, страдает, думает о вас постоянно. Вот она вышла, эта карта. Нужно посмотреть, было нам на нее, да? Итак, в этой размолвке вас он, вот какой он видит сейчас вас? Вот и чувствует, какую энергетику от вас? Шестерка мечей, девочки. Ну, он считает, что вы прямо обороняетесь, готовы уйти, все бросить. Его бросить, его не цените, он вам не нужен. Да, вы вот не отступите. Да, потому что вы считаете, что вы правы, что он не прав, правы только вы. Так говорят нам карты, да, что он вот не может взять ответственность, да, что он вас не ценит, что вам, может быть, нужно, чтобы он в вас вкладывался где-то, да, вы не цените, либо он недостаточно хорош для вас финансово. Но вот почему-то в тот момент, видимо, он так почувствовал. Это, знаете, внутренние комплексы мужчины, да, тут, как говорится, внутренней головы и души, и сердца не заглянешь, да, но, понимаете, он думает, что вы вот так добиваетесь своего. Ну, как есть, да. Так, давайте посмотрим, знаете что, а вообще что, планирует ли он мириться первым? Давайте вот так, если вот вы в разлуке, там, ну, вот, да, у кого проигрывается, что он вообще планирует делать?
императором. Он себя будет вести императором, важность свою показывать. А то, что здесь будет, как он решает, как он хочет. Здесь он главный. А, да, здесь он вот мужчина, самец. Он принимает решения. Да, у кого здесь законный супруг, он законный супруг. Да, его слово первое. Ну, вот в таких энергетиках он хочет быть. Да, ну, должен выйти как-то на связь, понимаете, а на самом деле он никакой не император, он рыцарь колес здесь всего-навсего, да, да неплохой, но просто не настолько зрелый, как вот хотелось бы, да, хочется вот таким вот предстать, умным, опытным и стоящим на своем, а на самом деле очень хочется выйти на связь, написать и... Да, и как-то вообще пообщаться, да и вкладываться-то он готов-то, да, что-то, и, ну, просто не настолько, как, знаете, как несостоятельность какая-то есть, какой-то комплекс вот именно материальный. Ну, пока что не ждите. Вот здесь пока что он сидит и думает в своей депрессии, в запое, либо еще в чем-то, может быть, да, вытирает сопли и так далее, жалуется на жизнь, возможно, и... Ну, бывает, что? Бывает, вот. Ну-ка, дотяну я здесь еще вообще. Будет он что-то делать, не будет. Двойка жезлов. Пока не решил. То есть ему, с одной стороны, хочется, но не хочется потерять свое лицо шикарного императора. Да, вот эту значимость, вот, да, и ценность свою. Уронить, вот, поэтому я буду сидеть в депрессии один, и да, ни туда, ни сюда бороться с желанием написать, позвонить, приехать и увидеть, наслаждаться дальше своей жизнью, вот глупость полнейшая, на мой взгляд, простите, конечно, не хочу ничего мужчину оскорбить, да, но это хуже, я не знаю, несмышленых детей иногда. Наслаждайся ты жизнью, что ты сидишь вот так вот там с рюмкой, не с рюмкой, в своих мыслях, да, вот я весь бедный, несчастный, меня никто не любит, а я вот такой шикарный император, а она, вот, вот. Ну, вот, вот все сидят в отшельниках, и что? И ничего. Да, что мы давайте спросим дальше? Ну, давайте, значит, мириться он хочет, но пока взвешивает решение, не принял. Давайте посмотрим, знаете что, а вообще вам-то вообще с ним мириться, вот вам что-то делать, вам? Нет, не делать вам ничего, тут десятка мечей, вы здесь вообще, вот вы в худшем состоянии, чем он. Вас он ранил, а вы на самом деле яркая, сильная женщина, а находитесь сейчас, вот посмотрите, вот из таких энергий, вот в такую энергию он вас... пронзенная мечами, да, нет, не побежденная, нет, вокруг мечей воткнуто гораздо больше, да, в вас три меча, но у вас в руке меч, вы вот так вот измучены, вас измучило это все, а на самом деле вы яркая вот такая женщина, посмотрите, страстная, влекущая других мужчин, энергетика в вас огненная, крутится вокруг, прям вот видно, чувствуется, у меня аж мурашки, насколько вы на самом деле сильная, волевая женщина, и чего вы, скорее всего, может быть, вы и достигли это больше, чем он, да, даже дело не в том, что там, да, вы мучите или что, в своем развитии внутренний мир у вас гораздо сильнее, вы сильная, нет, тут будет какой-то, понимаете, не нужно вам ничего делать, колесо фортуны, ситуация будет развиваться исключительно в вашу пользу. Понимаете, вот посмотрите, положу колоду, я вам покажу прям вот на конкретном, да. Вот, посмотрите, вот вы сейчас вот такая, на самом деле, ну-ка, как вам видно, вот вы на самом деле, вот вы вот. Вот эта яркая, красивая, прекрасная женщина. Посмотрите, посмотрите в эту карту, какая тут энергетика. Вокруг все стихии, цветы, вода, воздух. Все вокруг вас движется с сильнейшей энергией. А вот после вот этого конфликта вот вы вот такая. И что будет? Вот вы не действуете, говорят карты. И вы вот... Из такой, вот такой, превратитесь опять в такую. Наступит этот период.
выдержите эту паузу, не нужно вам действовать. Говорят, карты не нужно, здесь будет развиваться ситуация наилучшим образом для вас. Понимаете, я сейчас посмотрим, конечно, как она будет развиваться, но действовать вам здесь вот на вопрос, да, да, вы готовы действовать, вы знаете, что вы можете, но не нужно, подождите, пусть ситуация развивается, как она развивается, понимаете, потому что развивается она вам во благо. Ну, давайте, знаете, что посмотрим, значит, а что вообще будет дальше? Вот что между вами будет в ближайшее время? Давайте посмотрим, ближайший месяц, вот так давайте загадаем, вот что нам покажут, что вообще может быть между вами в ближайшее время? Так, смерть, дальше... Восьмерка мечей. Ну, будете страдать в ближайшее время. Да, будет идти трансформация. В ближайший месяц, скорее всего, вы посмотрите. Как, знаете, движение по замкнутому кругу. Не плачьте, не рыдайте, девочки. Вот этот месяц, энергетика. Переключитесь на работу. Сострадание, переключитесь на работу с ожиданий. В работу, да, тут у кого выйдет на связь в течение этого месяца, напишите, пожалуйста, да, но я вам говорю, что здесь это как бы ступенька к новому этапу, к которому вы идете, ну-ка, возможно, дальше отношения вообще с ним, давайте посмотрим, вот посмотрите, король жезлов у нас перевернулся, да, вообще вы как бы здесь пара, вы королева жезлов, он король жезлов, тройка жезлов. Вы знаете, да, я думаю, что... И любовь тут. Вы знаете, страсть, она никуда не ушла. Развитие здесь должно быть какое-то. Развитие с этим мужчиной у кого не будет, будет король жезлов. Яркий огненный мужчина с такой же энергетикой, как вы, да. И девятка кубков будет комфортное, счастливое положение, любовь. Да, ну, просто это будет, посмотрите, дно колоды, четверка мечей, это не завтра случится, подождать нужно вот это все пережить, подождать, да, и посмотрите суд. Высшие силы здесь решают, когда, что случится, и ваши отношения не случайны, это все кармическое, нужно отработать какие-то уроки, да, отношения должны развиться, как развиваются, ну, посмотрите, какая красивая карта. Однозначно новый этап наступит и в ваших отношениях, да, то есть трансформация должна пройти, трансформация не бывает безболезненной, вот, ну-ка давайте заключительную карту достану, колесница, посмотрите, вы здесь можете быть разными, разными в социальном статусе, разных национальностей, разных возрастов, разных религий. Да, жить в разных странах, городах, на разных континентах, разных рас быть, но вы пока, ваша карма совместная не отработана, пока вы пока в общей упряжке, несетесь вы по заранее проложенному для вас высшими силами пути, понимаете, и пока что ничто не может вас разлучить, пока что вы связаны энергетически, связь не разорвана между вами. Да, мощный, конечно, расклад, очень-очень мощный. Не терзайтесь, не рвите себе сердце. Давайте посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Постарайтесь отвлечься на семью, на работу. Дальше будет видно. Ну, давайте достану нашу любимую с вами карту, наверное, совета вам, да? Хотя уже советов много было, но давайте все равно достанем совет. Тройка колес. Обратите внимание на себя, на собственное развитие, на людей, которые вас окружают. Посмотрите, что, может быть, кому-то из окружающих, из близких вам нужна ваша помощь, поддержка. И вы не оказываете ее детям, да, родителям, семье. Дьявол, не поддавайтесь провокациям со стороны темных сил, не поддавайтесь вредным привычкам ни в коем случае, не пытайтесь найти утешение, да, в этих вот привязанностях нехороших, да,
не ждите, не надо ходить по делать никакие привороты там и так далее, порча, все это на вас сложится и скажется плохо. А разрешение ситуации будет, действуйте решительно, ничего не бойтесь. Не бойтесь ничего. Ситуация разрешится и прояснится. Ну-ка, как прояснится? Прояснится обязательно. Из страданий и перейдете. Посмотрите, впереди на самом деле все это, знаете, к вашему благополучию. Посмотрите, какая карта. Все разрешится наилучшим образом. Почувствуйте свою ценность. Все это делается для этого, чтобы вы поняли, насколько вы ценная, прекрасная, ресурсная женщина. Вы и заработать сможете. И, кстати, тут и денежные поступления возможно. Но главное не поддаваться провокациям. Да, не впадайте в зависимости, в печаль. Да, не морочьтесь. И все у вас будет хорошо. Обратите внимание на то, кто вас окружает. И, может быть, им нужно сейчас тоже уделить внимание и поддержку. Ну, вот такой расклад у нас получился. Пожалуйста, кто может, пишите, как проигрываются у вас мои расклады. Очень приятно читать все слова комментариев, все слова благодарности от вас. Это действительно очень поддерживает, очень стимулирует для того, чтобы дальше снимать, да, дальше что-то публиковать. Спасибо вам огромное за поддержку и за внимание. Я вам желаю огромного счастья, большой любви, чтобы все конфликты завершились. Мира и добра нам всем. Всего вам доброго. До свидания.